have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки Транзистор. Продолжаем наше путешествие, еле тащим наш меч. Сейчас я вообще вспомню, что происходит на экране. Так, погоди, где газ, где тормоз? А, ладно. Так, это мы читали, это мы голосовали. Да, в прошлый раз было такое. Сейчас я вот как вспомню. Нам вроде сюда. Тут мы дрались. Но если сейчас не нападают, значит уже дрались. А, это погоди, это очередная точка сохранения. Еще одна точка доступа. Мне, наверное, надо было здесь сохраняться уже, а потом это... Так, у нас вроде как все запитано, насколько я понимаю. Поэтому сохраняемся, поехали дальше. Я так видел, вроде как новая, она такими блестит кругляшком. А почему? Нет, не... Ох, так сказать, нет ни музыки, ничего. Здравствуйте, эффекты. Че... Это босс был, мне кажется. А, да, сейчас ничего особенного. Я, конечно, ничего особенного. Смешно, смешно, не спорю. Ух, ну поехали. Я вроде как себе накидал все то, что мне нужно. Длинный удар. Длинный удар, наверное, надо было на двойку поставить. Ну ладно. Общий удар, длинный удар. Подъемник. Ну опять драка в лифте. Бракет Тауэрс. Мы идем. Бракет. Мракет. Так. Смех смехом. Тут лифт кверху мехом. А почему оно... Ну, типа, мы же в виртуальном мире находимся. Почему оно так трясется и дрожится? Изменялось тысячу раз. Да, понятно. Наверное, очень старая. Знаете, эта фишка, что если в тебе изменялась куча всяких вещей, что в тебе осталось настоящего, и остался ли ты тем самым настоящим, кем ты был в начале? Извечная дилемма. Дилемма, проблема. Вверх или вниз? Каждый раз, когда граждане голосуют, голоса подсчитывают, сортируют где-то здесь. Тест на планирование готов. Я схожу, но я вернусь. Я не вижу, опять же, говорил вам в прошлых сериях, я не вижу смысла в том, что здесь происходит. Поэтому спасибо, нет. Я рад, что ты в порядке. Хотя, знаете что, можно было бы помедитировать немножечко, пообдумывать. О чем вообще говорил? Ни о чем. Так, терминал OVC. Давайте посмотрим. Срочно, список известных симптомов процесса. У вас или у кого-то из ваших знакомых наблюдаются следующие симптомы? Опубликован такой-то опрос. Известные симптомы инфекции процесса. Бледность кожи, жар, забывчивость, усталость. Даже не знаю. Вы выбрали бледность кожи. Спасибо вам за отзыв. Посетите своего лечащего врача. Вы не выходите из дома до прибытия помощи. За вами уже выехали. Ага. Технический доступ. Это, конечно, благодаря мне. А, погодите, а что тогда там, в той стороне? Блин. Ладно, пойдем уже сюда. А, да? Спасибо. Какая же эта фигня огромная. Какая... О-о-о. Здравствуйте. Я понял, я тебя понял. А когда я тебя понял?
Я побегу напрямик. Оранжерея. Почему нельзя было внутри пересидеть? Объясните. Эта штука... Да, эта штука. Так, погоди. Декоративный пруд. Подойди ближе. Нажать. Оно отстало, по крайней мере. Один только хвост. Чего? Хвост. Ладно. А почему я не восстановил хпшку, извините? Мы ж не в бою. Куда все подевались? Во-во. Если бы я был размером с эту штуку, я бы ни от кого не прятался. Странно, что жизни мне не восстановили. Я же вроде как вышел из боя, а только сейчас при сохранении восстановили. Ну ладно, допустим. Сохранились, и то хорошо. А, жуткие побегушки были. Да блин. Где? Я не вижу. Ну ладно, давай так. Собака есть. Ай, блин. Да. Офигенно. Чего я лишился? Скорострел. Ты еще, блин, кто такой? Так, по ищейке и давай по вот этой фигне. На третий выстрел мне не хватит. Ну давай. Стой! Нет, да! Спарк потерян. Отлично. Так, троечка. Она все равно продолжает меня фоткать, да? Спасибо. А у меня кроме этого ничего не осталось. Раз. А она все равно по сотке снимает. Ну ладно, допустим. Процесс уничтожен. То есть большая фигня от меня отстала на этот момент? О. Нет, вообще ни разу. Я мог их не убивать, погоди. Она ушла, ага. Давайте перегруппировать то, что у нас есть и что у нас осталось. Так, ты у нас. Функция. Эффект активно. Кинетический заряд, вылетающий с большой скоростью по прямой траектории. По прямой траектории, хорошо. Есть вот это. Джонт. Нет, джонт я не буду пока использовать активно. Я не умею им пользоваться. Еще проблема. Эта штука, естественно, хорошая, но я не умею пользоваться. Собака мне не понравилась. Собаку я удалю вместо нее. Мне нужно больше боевых навыков. Я поставлю вот эту вот штуку установить. Поставлю, наверное, вот эту вот штуку. Вот. Что у меня осталось? У меня остался тот же самый джонт. Выбрать функцию я могу. Что он дает? Вызов базовый урон 15. Не, погоди. Это активный, а пассивный. Используется во время восстановления ху... А-а-а! Неплохо. Давайте я, наверное, его вот сюда вот и поставлю.
Что мне еще из активно осталось? У меня есть собака, но собака не вместится. Я могу... А собака у нас в пассивке что дает? Возможность предотвращения появления клеток для большинства... Предотвращение. О, а ты у нас в пассиве что даешь? Повышает носимость большинства функций при ударе в спину. Удалить установку и вот эту вот выбрать функцию. Поставим ее... Может быть, вот сюда? Попробуем вот так сделать. У нас распределена вся энергия сейчас. Так, тут у нас новая появилась. Хентер Халфорд. Ха. Сколько дел нужно раскрыть, чтобы стать лучшим детективом 18-го полицейского участка? Даже это офицер Хентер Халфорд знал заранее. Хотя никогда особо этим не гордился. Разумеется, офицер Халфорд не был простым детективом. Он был прогнозистом. Эта профессия была одной из самых редких и загадочных в Клаудбанке, хотя ее результаты были более чем очевидны. Офицер Халфорд обладал практически уникальной способностью раскрывать любые загадки, которые только случались в городе. Именно поэтому его весьма заинтересовали причины, по которым администрация решила без особого шума закрыть северо-западную часть района Голдвок до особого распоряжения. Интересно, спасибо. Что-нибудь еще новенькое я наклацал случайно, нет? Хорошо, меня вполне устраивает. Коротенькие и быстрые. Троечка. Медленные, но рикошет. Я понял. Короткие и быстрые. Все, хорошо. В Бракет Тауэр здесь принимаются важные решения. У меня, кстати, массово больше нету. А главарь камераты дергает за ниточки. Ну-ка, увиси. Чудовище атаковало Бракет Тауэрс. Это про нас сейчас. Очевидцы подтверждают появление массивного существа в деловом центре Клаудбанка. Полный отчет. Развитие событий. Сегодня ранним утром огромное змееподобное существо было замечено на южной башне Bracket Towers в районе Хайрайз. Это событие лишь способствует распространению паники и опустошению, вызванному нападением процесса на город. Администрация предупреждает, что существо невероятно опасно и настоятельно не рекомендует приближаться к нему. 18-й полицейский участок прилагает все усилия, чтобы отвлечь существо от населенных районов. Жителям, которые по-прежнему находятся в районе Хайрайз, настоятельно рекомендуется немедленно покинуть территорию. Оставить комментарий, отправить. Эй, это я, ты еще там, ответь мне. Ред, я... Что? Послушайте, мы с тобой выберемся отсюда, окей? Ладно, я... Ага. Держись, просто держись, хорошо? Пытаюсь. Держись, ты должен держаться. Я собираюсь найти эту тварь, я собираюсь разорвать ее сердце. Спасибо за ваш ответ. Блин, это все-таки... Ну, я же говорил, что это будет по-сетски. А можно как-то предугадывать? А, вон, вижу, можно. Я просто провтыкал. Эта башня никуда не денется. Слышишь, ось? А там ничего? Ничего, ладно. Угу. Знаешь, что я ненавижу больше лестниц? Ничего. Я ему пока никакого урона не наношу. Это нужно будет что-то особое сделать. Ага. Два раза тебе. Знаешь, у меня есть одна теория. Насчет того, что со мной происходит. Было бы интересно... Да блин, я ж прошел уже! Думаю, что причина... Ты, дружище, не офигел, хотел я тебе сказать. И это его еще и не убьет.
Наконец-то. Там вторая ячейка. Можно бы скорее немножко. Баунс потерян. А хорошо. А я могу отыграть? Да почему ты меня задеваешь, когда я уже пробежал-то? О, бесит? Бесит неимоверно. Баунс. Ну, баунс хорошо. Не настолько эффективен, как... О, вернулось вот это, наконец-то. Выбрать функцию. Давай на трешечку. Назад. Что у нас еще вернулось? Я могу... О, я могу много чего накинуть. Я могу вот эту же штуку закинуть вот сюда. Да, это будет максимум, но мне этого хватит. У меня получается баунс и невидимость. Ну и хорошо, в принципе. Просто еще раз сохранюсь. Да ну иди ж ты к черту! Извините. В работе терминала возникла неизвестная проблема. Требуется перезапуск. Ну-ка, перезапустить. Идет перезапуск, файл не найден. Сообщите про... Нет, спасибо. К сожалению, на следующий момент ваш запрос не может быть выполнен. Ошибка. Произошла неизвестная ошибка. Да-да-да, обратитесь. Опять вылезешь? Я не против то, что оно так вылазит. Почему оно бьет меня, когда я уже прошел? Вот это обидно. Почти. Кроме подъемника тут ничего нету. Мне кажется, мы доберемся до вершины, и это будет как раз файт с вот этой фигней. У меня почти все боевые умения сейчас. Хочешь, расскажу смешной анекдот? В чем? Спасибо. Спасибо, что отвлек. Проехали. Да, да, отлично. Благодарю. Потом расскажу. Фишка в другом, что если оно настолько огромное, оно не может просто сломать лифт? Может, конечно. Есть какие-то правила внутренние, по которым оно играет. Ред, подожди, что ты хочешь от меня? Будь бла-бла-бла, осторожнее, я тебя понял. Вестибюль брейк... Три тысячи хпшек. Я ему сейчас вот 300 сниму. Четыре. Раз, два, три. Жалко, оно не наносит какой-то прям массовый огромный урон такой. Оно еще и своим культяпкой вот этой будет биться, ты прикинь? Оно меня разочек как минимум точно убьет. Нужно не потерять вот эту мощную атаку будет при этом.
Так. Раз, два. На два удара. Ну, спасибо. Перезагрузка. Хорошо. Четверка. Раз, два, три. Отдай! Ну отдай! Дурак, блин. Эта штука мелкая, она меня сейчас бить будет. Нет, чем ты его... Ладно. Раз, два, три. Это до 500. Мне еще два раза его атаковать придется. А мне еще раз грохнет. Раз, два, три. Вон еще одна клетка сейчас возродится. Все, убиваем. Добиваем, чувак. Внутренности? Я туда хотел за... Ой, блин. Ой, я тут не могу ничего делать. Но это выглядит прикольно. Я ему какой-то глаз пробил. Ось. Как там к сердцу мужчины, через что лежит путь? Я ничего делать не могу. Привет. Спасибо. За то, что ты сейчас сделала. Так, уровень пользователя 7. Новые функции. Отличненько, наконец-то подвезли. Я понимаю, что я сам виноват, что наконец-то, но все-таки их подвезли. Значит, у нас есть магнетизм, который притягивает цели к пользователю. Так, хорошо. И есть взрыв. Действует по площади. Создание нестабильного пакета. При ударе по пакету происходит сильный взрыв. То есть ты его сначала создаешь, типа минируешь. Да, я думаю, возьму. Так, ничего, на пассивном увеличивает воздействие по площади большинства других функций. У меня есть хорошая функция, где по площади бьет. Можно будет туда в пассивку кинуть. Ну или посмотрим, как она в активке. Посмотрим. Ну-ка. Память. 4 слота памяти. То есть это нам добавит... Нам как раз тесно по слотам. То есть вот это вот один пассивный слот и один слот улучшения. Но у нас просто не хватает как таковой памяти оперативной. Поэтому мы возьмем... Все три хорошие, но мне сейчас очень нужно вот это. И за все остальное. Дайте мне сюда. Так, вот у нас появилась новенькая. Мы его как раз давайте вместо вот этой штуки и вставим. Теперь я могу поставить, наверное, собаку вот сюда. Или она у нас здесь была? Можно вот так попробовать. Хотя нет, быстрые выстрелы во время восстановления хода, это очень круто. Есть рикошет, который можно выбрать. Он как раз нам забьет все под завязочку. Какая его пассив? Слоты заняты. А сколько у меня? У меня еще 3. Ну так в чем проблема выбрать функцию?
А, здесь слоты заняты, это пофиг. Давай сюда. И у меня даже, по-моему, на вот эту штуку хватит. Которую могу закинуть вот сюда. А пассивного слота уход невидимости, повышение скорости после уничтожения целей. Знаешь что? Удалить. Выбрать. Давай в пассивочку пойдешь к нам. Вот так вот сделаем. Попробуем, как оно будет работать. Если оно будет работать так, как я хочу, я готов. Я тоже готов. К тому, чтобы закончить серию. Потому что после такого басецкого, ну его, я пошел отдыхать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем ладушек. Всем покеда.